Всем привет! Не знаю, насколько будет актуально данное видео. Для меня актуально следующим. Взял у товарища споттер. Поработать над капотом. У капота вот такая вот вмятина. И надо полностью это ребро все как бы поправить. Первоначальное состояние. Споттер достался вон с отбойным молотком, с обратным молотком и с наставочкой для выведения вмятин. Вот пистолет, опять же, многими описаны, нехитрое устройство. Но работать в данном месте как бы кольцом этим неудобно. В общем, я, скажем так, недолго думая, изобрел вот такую вот, вот такой вот инструмент дополнительный, да, насадку такую. Значит, соответственно, втулочка, которая по диаметру одевается на пистолет. Два плеча от центра и гайки приварены. Полоса троечка, болт М8, гайка М8, ну и соответственно вот таким вот образом, где необходимо, поставили и как необходимо тянем. При этом при всем регулировку производим, вот как сейчас видно, один болт выше, другой короче. Прям в процессе работы, когда приварили наконечник споттера, ага, посмотрели, зазор у нас есть. Прям вручную болтик подкрутил один, второй. Поправил, потянул, поправил, потянул. Вот плечи, как бы в моем случае, мне их хватает. Тут уже каждый гораз может делать длиннее, короче, как угодно. Я предлагаю саму концепцию. То есть, чтобы недолго заморачиваться, вот на нужное расстояние планка, гайки, ее можно в случае необходимости отпилить, потом снова приварить. То есть, как бы, на мой взгляд, такой универсальный инструментик, как бы соответствующая конструкция мне в интернете не попадалась. Вот обратите внимание, болты приварены не с одной стороны, а по диагонали, как бы. То есть мы находим центр, давим от центра, а если с одной стороны, то не исключено, что может выворачивать его. То есть, как бы, ну вот, не знаю, ноу-хау, не ноу-хау, хитрость, не хитрость, но реально работает, мне неплохо помогает. И если кому-то это видео помогло, мне будет очень приятно. Можно даже об этом в комментариях не писать. Значит, пришлось установить усилители, потому что при большом плече происходила деформация. Сейчас вот этим вот железячки мы поставили, усилили. Все, устройство адекватно работает на всю свою длину. Вот такое плечо подтягивает, выпрямляет. В общем, кому пойдет на пользу, пользуйтесь. Всем удачи!